На площадке перед входом в 68-ю школу царит особая атмосфера. Взволнованные родители первоклассницы Вики Елисеевой рассказывают, дочка будет учиться в первом Z-классе. Утро было долгим. Девочку собирать – это отдельная история. Празднично очень, волнительно. Привел дочку в первый класс. Вот у нас два ребенка. И старшая вот дочка идет в первый класс. Вот собрались, очень волнуемся. Школа номер 68 в микрорайоне Новая Самара впервые открыла свои двери в 2021 году. Сегодня здесь учатся 1776 детей. На торжественной линейке по случаю начала учебного года побывал в РИУ губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Затем он осмотрел школу, побывал на уроке у первоклассников и дал старт марафону открытий. С начала нового учебного года в образовательных организациях региона открылись новые объекты образовательной среды, точки роста и специализированные классы, оборудованные на средства нацпроектов образования и беспилотные авиационные системы. По видеосвязи к марафону подключились 140 образовательных учреждений из 37 муниципальных образований области. Очень важно, что мы открываем эти классы сегодня, классы беспилотных авиационных систем. Это отрасль будущего, это направление, в котором новые технологии сегодняшнего дня встречаются с технологиями завтрашнего. Для нас, Самарской области, это абсолютный приоритет – давать самые новые знания и учиться на самых новых, лучших технологиях. Поэтому мы сегодня даем старт такому важному направлению. Я уверен, что все, кто будут учиться в этих новых классах, кто-то будет получать новые знания, а потом станут выдающимися профессионалами своего дела. На базе 68-й школы открылся специализированный класс по изучению беспилотных авиационных систем. Здесь будут обучать основам разработки, производства и управления беспилотными летательными аппаратами. Галина Топилина, Константин Головин. События.